На Абакане увековечили имя отличника здравоохранения и прославленного общественного деятеля Клары Романовны Кызласовой. Торжественное открытие портретного барельефа состоялось у памятной стены рядом с администрацией города. Клара Кызласова признана почетным жителем Абакана. О ее заслугах знают тысячи жителей Хакасии. Долгие годы возглавляла Абаканский роддом, добилась строительства нового здания. Ее имя внесено в историю здравоохранения республики. Клара Романовна стала главным инициатором создания мемориала жертвам политических репрессий. Сегодня на открытии барельефа присутствовали представители власти и жители города, а также родственники Клары Кызласовой. Она ушла из жизни в прошлом году, но память о ней теперь сохранится навечно.